Привет, я велодример. Осталось около полутора часов до выезда моего дальнего похода в Винницу. Надеюсь, это будет мой рекордный поход за один раз, потому что пока что мой рекорд дневного пробега — это 280 километров и 17 часов. Нет, 18 часов. Я хочу попробовать проехать больше, чем сутки непрерывно. Ну как, с небольшими перерывами. Ну, то есть без перерыва на сон. Мне очень давно хотелось это попробовать, и как раз теперь есть такой шанс. И я коротко расскажу о том, что из себя представляет веломобиль, потому что народ, судя по комментариям, не понимает, зачем вообще это нужно. Итак, первое — это защищающий от влаги корпус и от ветра также. Вот эта защита. Ну, короче, вода сюда течет, она стекает по этим штукам, внутрь не попадает. То есть первое — это защита от дождя. Дальше вот багажник. Тут довольно много места еще свободного. Я еще просто не все положил. Всю еду нужно положить. То есть одежда, в основном все занимает одежда, большую часть места, потому что если вдруг я не смогу уехать ночью, то придется ночевать в кабине, а для этого нужно, чтобы было тепло, теплая одежда. То есть багажник довольно большой. Не знаю, какой здесь объем, но он приличный, приличного размера. Тут еда, теплая одежда, запасная обувь, сменная обувь, дождевик на всякий случай, полотенце там, здесь зубная щетка, еще одежда, тут тоже вот штаны еще теплые. Дальше, что внутри? Вот, вот так вот висит фонарик, и его можно включить, чтобы был свет в кабине, если нужно. Сейчас я его включаю, чтобы показать, что здесь. Вот этот пакет тоже с одеждой, и там еще бутылочка с водой. Довольно много места для багажа. Это сумка с инструментами. Так как поход испытательный, на всякий случай беру с собой побольше инструментов. Сиденье вот так поднимается. И здесь под сиденьем, в принципе, тоже есть место для багажа, но я его не использую, потому что здесь ролик еще нужно защитить. Сделать кожух для ролика, чтобы ничего этого не заживало. Это демпфер задней подвески. То есть, когда работает подвеска, вроде будет видно сейчас. Ох, он, я нагрузил, конечно, его тяжелый он уже стал. Вот такая штука. Это запасная покрышка на случай всякий. Это запасы воды. Это в данном случае компот. Вот трубочка, чтобы можно было попить прямо на ходу. Это очень удобно. Так вот ее засовывают. Здесь маленькая, то есть, сумочка для всяких вещей. Это еда, халва и кошелек тут. Здесь всякие прибамбасы. Электронные. Наушники, аккумулятор для камеры и провода. Кабель USB. Здесь будет телефон, сейчас его не положил еще. И здесь нож, ножницы. Вот, нож. И, на всякий случай, таблетки от простуды. Шапочка. Если будет холодно. Переключалка, задняя переключалка. Вот здесь. Это пауэрбанки. Основной пауэрбанк. Сейчас подключен к солнечной батарее напрямую. Через вот этот разъем. Вот этот разъем. Это идет к солнечной батарее. Вот выключатель, который выключает подачу энергии от солнца. Сейчас он включен. Это резервный источник питания, который сейчас не подключен. Это если вдруг не хватит заряда пауэрбанка на ночь, тогда я отключу эту штуку, подключу вот эту и отключу вот этот рубильник, чтобы батарея не схавала электричество. Это второй пауэрбанк. К нему подключены основные фары, они сейчас выключены. Но питаются они от второго пауэрбанка для того, чтобы равномерно расходовать заряд. То есть это все вот так вот высовывается и закрывается. Ну, что можно закрыть, это закрывается. Например, провода не торчали. Вот так. То есть кто к чему мне не нужен доступ по пути, то закрывается. Дальше. Это контрольная панель. Это вентилятор. Сейчас включим.
Ну, сейчас, я думаю, он не понадобится мне. Это задняя мигалка, это передняя фара одна, и это по два диода четырехступенчатые, так сказать, фары. Сейчас вся система подключена к солнечной батарее. Но ее можно подключить к пауэрбанку. То есть вот так это делается. Вот эта штука, это прямой выход от солнечной батареи. Преобразователь. Но если я хочу подключить всю систему к солнечной батарее, то я включаю вот так. Если я хочу подключить к пауэрбанку, я включаю вот так. То есть довольно удобно. Сейчас оно было подключено к солнечной батарее. Ну, руль вот, тормоза стандартные, в общем-то, дисковые тормоза. Педали здесь впереди. Переключалка передняя здесь. Не очень удобно, надо будет переставить ее куда-то еще в другое место. В кабине сейчас она открыта, так что вот примерно так. Здесь защита от встречного света. Камера. Стекло снимается вот так, если жарко. Я думаю, что сейчас его как раз лучше снять. Эти штуки сворачиваются вот сюда. Как раз я их тоже сейчас уберу. Вот фары. То есть можно включить одну, две этих и две этих. Ну, в общем-то, пока все.